Добрий день. Здравствуйте. Ну, можна вас купити? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы тут делаете? Как? Вот дом. Сейчас красим. Так что будем красить и в Норвегию отправлять. В Норвегию, да? Да. В Норвегию работать. Uh-huh. Это местный дом. Это местный. Да. Uh-huh. Это будет тут где-то, да? Да. В Латвии. Да. Uh-huh. И это двухэтажный будет? Полтора. Полтора. И сколько такой стоит примерно? Стоит. Надо, я не знаю, надо разговаривать с этим самым. Надо, я не помню. Не могу сказать вам. Ну, потому да. Что у нас есть директор, который. Занимается этими вещами. Да, мы строим. Вы как раз строите, да. Да. А это местные дрова? Да. Конечно. Из Латвии, да? Только из Латвии. Угу. Так только и ценится, что он из Латвии. А почему он такой ценный? Ну, у нас хорошая древесина. Да. Питская сосна всегда была. И как называется? Можно позвонить ему, да? Ну да, если вы хотите узнать стоимость, нам нужен проект. Что вы хотите сделать? Ну примерно хотя бы. Ну да, то есть, соответственно, вы даете проект, и мы вам даже не примерно, а точно почитаем. Ну да. Но чтобы готовить проект на такой, то надо примерно знать, сколько это будет. Мне надо с вашим директором поговорить. Ну хорошо, я дам номер телефона, будем разговаривать. Ну он у вас пошлет с архитектора, по-любому. Ну да, да. То есть, чтобы здесь, почему мы не можем сказать точную стоимость? Здесь от каждого сруба зависит, сколько перегородок внутри. У нас идет метраж от количества бревен. Ну конечно. И соответственно вот этот вот весь, сколько количества бревен, можно построить квадрат и все, и там будет пусто, и дешево будет. Mm-hmm. А если внутри там еще вот так вот, соответственно, там все и растет. Ну да. И по времени, если запросить сейчас проект, то будет готово. У вас, наверное, очередь, да? Ну, на данный момент, да. У нас на Норвегию. Вот Норвегию мы закончили одну. Вот сейчас вторую будем начинать. Ну, надо как бы, да, подгадывать. То есть, в принципе, если не так сложно, вот мы вот этот дом строим. Хозяин не торопится потихоньку, тем более у него очень толстые бревна, да, здесь? Да, очень толстые. И он так, потихонечку, не торопитесь. Ага. Угу. И оплата, наверное, сначала не будет? Ну, у нас по договору, у нас 40% вы оплачиваете перед тем, как мы начинаем строить. Потому что эти 40% идут на закупку бревен и так далее. 40% вы оплачиваете, видя то, что мы здесь построили. Вы все, вам все нравится, вы оплачиваете. И 20% у вас остается после того, когда мы поставим у вас на фундамент. Ну вот. Ну, очень хорошо. То есть, ну. Логично, да. А кто у нас на кране работает? А он сам, робот. Я смотрю, сам робот работает. Ну сейчас же не надо, сейчас он джойстик. Он ходит. Кто ходит? Джойстик, он, видите, у него. У него пульт дистанционного управления. Это как от телевизора. А, точно. Ой, боже мой, это хорошо. Никому не надо там сидеть. Нет. У меня папа как раз свалился из такого когда-то в армии. Но это специальные экраны, они, видите, там здесь даже негде и сидеть. Это только они не, ну, много груза не поднимают, но для нас, для работы очень замечательно. Ну, ясненько. Ну, здорово. Значит, мне надо телефончик ваш. Да, запишите. Шефа, да? Да. Запишите. Два.
все, отпускаете. Вы архитект, да? Ну, вы все отмечаете, где что ну, резать, да? Ну, как, бригадир. Бригадир, да. Здорово. Очень красиво. Нравится? Ну да, конечно. Вдохновляющий. Как наши предки делали. Ну да, будет только строить, кому нравятся они. Ну да. Все по-настоящему. Это ваша собачка, да? Да, Адель. Как его? Адель. Девочка. Девочка. Ой, какая лапочка. Прямо видно, что она вас любит. Милочка, милочка. Куда Аделита? Всего хорошего. Нормальный. Потому что привозили российский лес, ну где-то туда дальше, за Псков туда. Он такой немножко даже с красным оттенком почему-то. Ну вот. И норвежцы так вот, а чей? Я говорю, только латвийский. Ну еще хороший в Сибири, очень там. У него очень много этих. Где морозы, там очень много этих годовых колец, да. И он очень плотная древесина. Да, он там так быстро растет. Да. Но там толстых нету, там. А у нас он хорошо вырастает. Ну тоже проблема с толстыми найти. Мы уже вырубали все. Ну, в том-то и дело, если где-то есть, это ну, единицы уже остались. Да. Ну, можно найти еще. Частников. Частники практически все уже. Когда шел этот бул, так они все, ну, все так быстро, у них, надо. Не так много, они да. Распродали все, больше нет. Ну мы работаем с Инчиком Цибером. Там большая компания, они государственные леса рубят, поэтому нам да. Проще. Латвия Шмэш тоже. Она нас к нам привозит, заказывает. Ну хорошо, спасибо. Значит, мы позвоним. Да, звоните. Угу. Скажите, а вас зовут как? Владимир. Владимир. Очень скажите, приятно. Что только ну, были здесь да. И. Да, пожалуйста, да, до свидания, приезжайте. Все хорошо. Я.